первый раз в жизни искупалась в море. Сочинский пляж. Я не могу поверить, что я здесь. Посмотрите, какой у меня номер в Редисоне. Это же просто офигеть. Сколько раз я была в разных блок-турах, но в такого отеля еще никогда у меня не было. Просто шок. Что там на балконе? А, как его открыть? Короче, есть такая лежанка. Что за цвет? Ой, нет. Нифига себе, какая ванна. Вообще красота. Я в шоке. А давайте побольше сделаем. Давайте выйдем на улицу, понял? Ну что, кто к нам присоединится, к танцу крабика? А мы не такие, мы не танцуем танцы крабика. Влоги нам нельзя. Ну давайте дуэтом уже, ну сколько можно. Все? Ну откройте. Нас закрыли. Короче, мы сейчас находимся на конференции в Сочи. Нет, 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 нет. И сейчас очень талантливые танцоры среди наших блогеров будут танцевать танец крабика. Это наркоманы, не верьте им. Че, а ты куда? Я ассистент фотографа. Давай, 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 давай. А мы ждем. Паркуйся. Ты где? Так, давай. Клешни. Так, клешни. Проверяем клешни. Клешни. Налево или направо? Разъезжаемся еще. И направо. Направо и направо. Теперь налево. И теперь поклон. Спасибо. Лучше всего говорить, а потом она, знаешь... Давай что-нибудь расскажем, короче. Привет. Мы на конференции блогеров. Я только приехал. Да, с приездом. Спасибо. Как долетела, расскажи мне. Замечательно. Чай 40 минут взлетели, выпили воды, приземлились. Это, конечно, очень оригинально, лететь в Сочи из Краснодара. Я ехала целую ночь на поезде, потом гуляла весь день в Сочи. Что ты видела? Что тебе там понравилось? Я, короче, сходила в кино. Это потому, что я вообще не люблю ходить в кино, но я туда пошла, да. Пошла на «Звездные войны». Я тоже не люблю это. Вот «Звездные войны» не люблю. Фантастика — это ужас. Фантастика — это ужас. Хорошо сказала. Фантастика — такой триллер ужас, комедия вообще. Ты любишь комедии? Так себе. Смотри, какие. А что любишь кино? Я люблю драму, мелодраму, да. Так что про жизнь. А я люблю тупые комедии с тупым юмором, таким похабным. Ну, в общем, да. А в этот раз в виде исключения я посмотрела «Звездные войны». Это потому, что да, я их терпеть не могу. Нет.
Вот. В общем, день был очень веселый. Мне понравился кинотеатр Сочи. Второй раз в жизни я пролетаю время в кинотеатре Сочи. Первый раз это было в 2008 году, когда я здесь... Он изменился за эти годы? Да, Сочи очень сильно изменился за эти годы. И кинотеатр? Кинотеатр тоже. Там появился торговый центр на месте кинотеатра. В общем, строили, что ли? Сочи по-прежнему мой любимый город. Мне очень нравится тут гулять. Тут вообще офигенно. Классно, вот. Да. Чем мы еще с тобой расскажем? Сегодня будет гораздо веселее, потому что приехала Анжелика. Да. Потому что вчера мы было скучно. Мы пойдем смотреть ночной Олимпийский парк. Мы пойдем купаться. Купаться? Ты пойдешь купаться, я буду снимать. Хорошо. Это вырежу потом. Ну, бассейн мы пойдем обязательно. Только не скидывай меня туда, ладно? Я добрая. Ну,